Команду «Химки» Подмосковья завтра ждет важный матч. Встреча с трехкратным чемпионом Суперлиги баскетболистами из «Спартака» Приморья. Соперник серьезный. Прошлую встречу в гостях химчане уступили. Теперь время ответного матча. Как проходит тренировка перед игрой, рассказал капитан команды. Мы готовимся к каждому сопернику, и это не исключение. Мы разбираем их комбинации, все нюансы, разбираем игроков индивидуально и командно. Суперлига – второй по значимости турнир в структуре российского мужского баскетбола. Здесь играют 16 команд со всей страны. Возрастных ограничений нет. По результатам регулярного чемпионата определяют лучших из лучших. 8 команд, которые сражаются за звание чемпиона Суперлиги. Победитель получает путевку в европейский клубный баскетбольный турнир. Сейчас каждый из матчей решающий для нашей команды, потому что мы вылетели из восьмерки, попадания в плей-офф, и нам надо туда возвращаться. Игра «Химки» Подмосковья «Спартак» Приморья пройдет 16 января в БЦ «Химки» в 17 часов. Команда ждет поддержки каждого химчанина. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.